На встрече были проанализированы важнейшие направления двухстороннего сотрудничества, подчеркнута актуальность совершенствования обновленного содержания, образования и применения передовых методов организации воспитательной работы. Также были рассмотрены вопросы формирования профессиональных сообществ и организации сетевого взаимодействия по сферам деятельности сотруднического движения. До настоящего времени Альянс студентов сотрудничает почти с 50 учебными заведениями страны. В свое время Абаймерз Ахметов выразил уверенность, что мимо Меморандум в определенной степени систематизирует работу университета. Общественное движение работает очень хорошо, следит за ходом занятий и проверяет, каковы условия проживания в общежитиях. Мы рады сотрудничеству. Спасибо. Мы всегда готовы к поддержке.